И отвечал Моисей, и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился ли тебе Господь, что сказать им? И сказал ему Господь: что это у тебя в руке? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку свою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его за хвост, и стал он жезлом в руке его. Это для того, что поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее из пазухи своей, и вот рука его побелела от проказа, как снег. Еще сказал ему Господь: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум тем знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я нечистый, и таков был и вчера, и третьего дня. А когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал Моисею: кто дал уста человеку, то делает немым или глухим, и зрячим или слепым, не я ли Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя, и вот он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и улагать слова мои в уста его. А я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и
возвратился к Киопору, тестю своему и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, посмотрю, живы ли еще они. И сказал его фар Моисею: иди с миром, пусть я много времени умер, царь египетский. И сказал Господь Моисею в земле Медианской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, и посадил их на осла, и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицем фараона. А я ожесточу сердце его, а он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь, Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сеппара взял каменный нож, обрезал крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказал: ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она: жених крови по обрезанию. И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа, и поверил народ, и услышал, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они.